пользователя. Сегодня я вам покажу, как мы из обычного аккумуляторного шуруповерта сделали сетевой. То есть со временем аккумуляторы вышли из строя. Я не буду сегодня раскручивать эту крышечку, она легко снимается. Просто припаяли обычный двухжильный шнур к вот этим двум контактам. Аккумулятор выбросили для облегчения веса. Получился довольно удобный сетевой шуруповерт. Подключили его к обычному выпрямителю, школьному, давно списанному. И сейчас я вам продемонстрирую, что получилось. Берем саморез, ставим на древесину. И как видите, он довольно отлично справляется. Длина шнура 6 метров, поэтому в радиусе 6 метров можно легко, спокойно работать. При необходимости можно подключить переноску и увеличить дальность действия. Вот таким образом продлили жизнь вышедшему из строя шуруповерту. На этом мы заканчиваем видео.